Дисклеймер. Доброго времени суток, дорогие друзья, вы попали на канал Silver Play. Меня, как всегда, зовут Сережа, и Kena Bridge of Spirits, вторая часть, погнали дальше играть. Мы там остановились в деревне, в этой замечательной, красочной, очень красивой игре. Да, вот где-то мы... Алло, что за лаги? Алло. А, локации прогружались, я понял. Так, и нам чё? Нам... у нас есть на Т маска, да? Мы можем... Вот это нам что показывает? Мы, короче, вроде как... Вот она мне что показывает, я немножко не понимаю. Вот типа она мне показывает, эта маска, смотри. Вот какую-то штуку. И что? Так. Что такое, пацаны? Подожди, что с управлением? Спринт, shift, ну что не так? А, это там нельзя было шифтовать, я понял. Так, вот она мне эта штука показывает. А вот эту лампу? Или что? Нет, куда-то дальше. Ладно. Идем дальше. Ага. Ага, все, вопросов нету. Это пока куда идти. Так, а этих духов мы нигде больше не найдем. Где-нибудь здесь, например. О, сундуки какие-то. Так, кристаллик, это чтобы покупать шапочки. Ля. Мужики, ну кушайте, кто против-то. Проклятый сундук. А, и что, опа, здравствуйте. И чё в меня, какашку кинул? Бэм. Так. Мэджик. О. Еще кристаллики. А тут у нас... О. Так, отсюда мы пришли или нет? Нет, подожди, сюда мост. Мост куда-то ведет. Давай посмотрим, что куда. Чё? Применить плен. Ага, спасибо. Так, а здесь все в зарослях, тут нельзя пройти, я правильно понимаю? Давай маску оденем, посмотрим еще раз в ней. Вот отсюда. Одевай маску. Ну туда квест. А тут что? Вот бочка. Ага. Ништячки. Так, пацаны, забирайте. Ага, спасибо. Так, вот отсюда, если мы глянем. Кто-то, а вон штука светится. Вон штука светится. Сейчас посмотрим. Так, ну здесь просто стукнуть, да? Это... Так, это светится, подожди. Ничего нельзя, я понял. А чё? А чё тут?
Нельзя, да? Не пускаешь ты меня. Падла. А там что-то есть? Там сто пудов что-то есть. Как туда попасть? О, вон росток. Но он закрытый. А как сюда пройти? Сломать вот эту можно? Нет. И тут ничего нельзя. Я понял, тогда просто ожидаем, получается. Так, наверх нам не пускает, туда тоже не пускает, нигде ничего не пройти. А вот с этой вот что делать? А, я понял, ничего хорошего. Так, а мы что-то можем еще купить или только всякие шапочки? Одежда, ну вот она не открывается, да? Тень. Посох можем поменять. Обычно, сейчас секунду, у вас звук есть, все хорошо, да? Ну, тень не хочу, некрасиво, мне не нравится. Шляпки, у меня еще раз, два, три, четыре без шляпок. Грибочек, давай еще грибочек. А, грибочек, горшочек, горшочек, левер, горшочек. А, все, да? Золотой мне не нравится, не хочу золотой. Горшочек еще. Не, давай горшочек один уберем, один клевер оденем, вот так вот. Все, все модные, красивые. А, здравствуйте. Да, это же маска Таро. А это Дадзю тебе? Дадзю дал ее тебе? Может быть, с ней ты сумеешь открыть этот барьер? Ну, наверное. Что это? За ним, может, она приведет нас к Таро. Ну, пойдем сейчас, подожди. Я сейчас... Мы успеем. Не торопи события. Я хочу все исследовать, все знать. О, горшок. Камушки. Так, а тут у нас что? Сундук. Все. Наверх есть смысл? А, тут прыгать нельзя, нет смысла никакого. Так. А это что такое? Ага, он ништяки. Забирайте, пацаны. Так, это как-то нам надо что-то с этим сделать? Или что? Так, отсюда можно спрыгнуть в никуда. Вот это что? В чем прикол? Пока, наверное, я не умею что-то делать. Так, тут путь закрыт, а это что? Изучить. Тоби давно уже не видать. Обычно он играет с детьми из домов напротив. Понял. Горло першит, ребят, чаечек. Как всегда, за здоровье подпышиков. Так, тут пройти не дают. Эту бочку надо взять и поставить, да, наверное, вот сюда. Сюда. Так, говноречка. Б отпустить. Так, кил. Хорошо, допустим. Что за мешок? Вы нашли почту духов. Вы нашли предмет, принадлежащий жителю деревни. Верните его в дом этого жителя. Он отмечен на вашей карте. А как понять, какой дом отмечен? Духи? Таро? Улучшение? Поставка почты духов. Ну давай вот сейчас на почту духов сходим. Пацаны, убирайте.
Меня там хорошо видно, да, хорошо. Так, это вот это вот? Вот сюда? Доставить. О май гад! Так, давай драться. Тихо. Почему уклонение перестало работать? Почему опять на контрол собака? Уклонение альт. Раскидал всех. Так, мужики, а ну-ка. Как там, блин? Бас. И чё? А. Я забыл. Так, дом очистили, зачистили. О, дух. Что там за дракон? Собака? Кошка? Что это? А, мы сейчас типа освободили дух. И он отправится в иной мир, да? Ля, мы какие молодцы. Мне очень нравится, что эти мои тленыши, они в разных локациях везде по-разному находятся. То есть там, знаешь, сидят там в какой-нибудь кастрюле у кого-то чана, вон на бочечках чилят. Типа, они как бы рядом со мной, но флексят все по-своему. О, новый малыш. Здорово. Именно так какая. Ну ты посмотри. Так, вот это что, просто так тут настроено, да? Видимо, да. Так, ну-ка. И мне кажется, только в доме что-то осталось и все. Что у нас хватит? Так, это коварный сундук? Нет, нормальный. Грибички. Желтые грибы. Стоит новая шляпка для тленыша. А, желтые грибы для тленыша. Пачаны. Уси. А чё вы не это? Уси. Кушайте, челы. Не покушали? Наверное, да. Так, ну тут вроде все. Маску мой. А маску в помещении нельзя одеть. Так, тут вроде все, идем дальше. Так, тут у нас что? Так, что говорите? В этом году снег тает быстро. Посмотрим, открыт ли проход к дому Русу. Ага. Видимо, не открыт. Так. И тут у нас нет моста. Понял, принял. Вопросов не имею. Пипец, она рукой дергает, когда бежит. Это ж машет прям как не в себя. Так, тут мы были, да? Да, тут мы были. Так, а тут у нас сломанный мост, да? И ничего мы не можем с этим сделать. Точнее, поднятый. Видимо, да. Ну, идем обратно. Так, что такое? Он прошел вот здесь, но мы не можем туда пойти. Еще больше этой гадости на тропе. Ты сможешь ее убрать, чтобы мы прошли? Да, думаю, смогу, а чего нет-то? Так, тлены способны очищать особые цветы, чтобы восстановить здоровье Кены. Запускать следующие на цветы нажатием R, если тело находится... Вот эти цветы. Вот, вот вон те цветы, или что?
Я похиленный, похиленный, да? Я понял. Тихо, тихо. Так, ну вот. Опа, очистили. Что такое? О, ля. Так, и что это? Кена, смотри, я знаю, что это такое. Это лесная... Соберите свой тлен воедино. Лесные слезы временно возвращают леныши к их жизненной форме. Используйте, чтобы двигать облако. Пока тлен находится в этой форме, он способен нападать на врагов, сражать барьеры и вычищать скверну. Гляди, что произошло с Лёнышами. Кена, оно умеет выделать какие-нибудь... Взмахнуть. Прикольно. Вращать. Так, а нам это зачем здесь надо? Просто его показали, что так можно, да? Я понял. Так. Лесные слезы возникают после пожаров или когда умирают дряхлое дерево. А, окей. Вот эту штуку надо разрушить, да? Блин, очень мышкой много движений делаю. Так, Надо же, короче, пути прочищать. Подожди-ка, здесь я ничего не упускаю. Давай в маске посмотрим. Ага, вон, следы тлёныша, смотри. Топ-топ-топ. Куда? Куда ведут они? Не понял. Где-то здесь он? А, надо, наверное, кустики сломать. Подожди-ка. Ну да, и тут будет леныш, да? Да, вот он. Опа, здорово, малой. Теперь ты в нашей крутой банде. Вот так вот, человек головой своей подумал, эту маску использовал, понимаете? Я вот это вот вам, вот это вот ага, вот это вот, блин, вот это вот, понимаете, да? Ага. Бесполезные камушки собираем. Так, вроде все, вроде ничего не пропустил. Кена, смотри, тут что-то есть в земле. Говорим, лесная слеза сможет тут вырасти. Как ее вырастить? Рядом что-то есть. Давай поищем. Ну, вон... Поливаете? Гляди, что сделали эти малюсенькие тлёныши. Они создали еще одну. Конечно. Что, тут даже нет прохода за водопадом? Вообще пипец, как так?
Так, полетели. Хэтс. Давай еще. Хэтс. 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 Ну и вот здесь надо хэтс. Еще. Так, я могу... А, я могу ходить при этом. О, кайф какой, слушай. Не самая удобная штука, но... Ну ладно. Ничего себе. Так, сейчас посмотрим в этой маске. Следы маленьких ножек. Я что-то не вижу нигде следов маленьких ножек. Что ж мне так неудобно? Так. О, у нас здесь ничего нету? О, нет, давай только не багай. Так. Не вижу никаких следов. Я думал, все поломаю, тут где-нибудь еще тленыш будет. Или что? Или нет? Или он будет где-нибудь здесь? А? Так, а зачем я всем этим занимался? Непонятно. Ну ладно. А это чекпоинт, да, я так понял? Сохранение. Что, где взаимодействие? А, с ними? Что такое? Впереди еще больше отравы. Мы подождем тут. Ну, кто бы сомневался, что вы тут подождете? Я, собственно, и не удивлен. Сейчас разберемся нафиг, блин. Сейчас я тебе вот так вот с шифта. Ах ты, падла. А ну-ка. Прикольно. Спокойно, вы знаете, с кем вы сражаетесь? Великий Dark Soldier Сергей. Ты чё, как укулями меня кидаешься, ты? Хватай её, мужики, хватай! Вау. Так. А, не до того! А, тебе бросить, да? Это больно. Бэм! А ты что думал, все так просто? Но вот с этими парнями уже посложнее. Можно было бы как-то улучшить урон с посоха, было бы замечательно, конечно. Так. Тлёныши, тлёныши, тлёныши. Или какие-то
штуки новые получить в свое распоряжение, было бы замечательно. Так, штука, едь сюда. Надо нам открыть с тобой хату. Так, пока пойдет. Что у нас в доме? Сундук. Бабочка. А, бантик. Я думал, бабочка. Все? Вроде как все. Ну, бантик прикольно, но не. Хочу бабочку. Можно бабочку? Бабочка была бы прикольней. Так, что говорите? Вот это да, смотри, что она сделала с этим чудовищем. Я же говорил, что она нам поможет. Прекрасно, Кена, пойдем дальше. Мы уже совсем близко. Подожди. Так, кисель, давай, лети. Открывай хату. Все? Или тут что-то еще есть? Не, вроде все. Так. А, малыш спрятался. Добро пожаловать в команду, новый подписчик. Я также вас вот так же я сейчас подписчиков себе собираю. Нахожу где-то что-то, подписываются люди. Также я вас всех люблю. Смотрите, вот это вот мои подписчики. Вот это вот мои подписчики. Ля, какие. Все красивые, все в шляпках. Ля, все на меня смотрят. Ля, вы какие. Так, что, ну пойдем дальше. Ай-яй-яй, спина зачесалась. Вы что? Очень неожиданно зачесалась спина. Представляете? Сидел себе, никого не трогал. Что тут так темно? И дождь пошел. О нет, нет, Бенни, Сайя. О, это их бро. Пацаны, кушать. Как там? Кушать. Это же кушать, нет? Не то? Так, тут закрыто. И тут закрыто. Блин. Я иду помогать, друг. Главное, не переживая. Они со мной, все хорошо у них. Так, я понял, тут везде закрыто, нигде не пройти. Друг. Дружище. Ой-ой-ой. Сейчас чувствую, будет босс какой-то, да? Надеть маску. Так. Здорово. А, на его воспоминания видит. Он в пещере где-то заблудился, потерялся. Случилось, что ты видела, когда надела маску Таро? Таро здесь, но он забыл, кто он. Нам нужно найти 3 реликвии, чтобы помочь ему вспомнить. Лес такой огромный, как узнать, где нужно искать? Может быть, Русу нам поможет? Его дом вон там. Ого.
Найди Руссу. Ну давай найдем Руссу. Так, подождите. Пленыши нету, да, нигде? Я думал, сейчас будет какой-то жесткий босс-файт. А, нет. Так, что у нас тут? Спасибо. Так, а мы где? Тут закрытый проход, там лес. Тут дерево. А вон Руссу. Руссу, сейчас мы к тебе придем. И не переживай. Сейчас тут везде пройдусь, где только можно для начала. Так. Работает. О, лавка. Тележка с шляпами. Так. Лиса. Ля. А у меня сколько без шляпок? Горшок оденьте. Двое, да? Ну, давай вот бантик лису. Одежда есть? Новая нету. Это звенит колокольчик. Так, а тут все тупый, да? Тупый. Ну, пойдем обратно. Ой-ой-ой. Чё, ты чё, ты чё? Откуда вылезли вообще? Тихо, спокойно. Все нормально. Что это было? Так, откуда они повылазили и почему они повылазили? Непонятно. Так, нам через этот проход надо будет. Пленышей. Ну, там штука, да, есть, только я не понимаю, как с ней взаимодействовать. О! Вот ты и попался. Здорово, теперь ты с нами. Так, еще один, и будет у меня что-то новое. Понятно только, что новое, но что-то будет. Так, вот здесь мы закончили, да? Там какой-то проход есть вроде. Есть вот. Тут я ничего не вижу. А я могу вообще, да? Есть смысл плыть куда-то? Ну, раз дают плавать, дай поплаваем, чё. Вот подъем куда-то есть. Сундук.
Да, моя банда за мной плывет. Так, и куда мы пришли? Ну вот опять эта штука, которая на дереве. Я не знаю, что с ней делать. Пиу-пиу-пиу, пуф-пуф-пуф-пуф. Непонятно. О! 15 штучек. Так, и что нам теперь за это дадут? Уровень 2. Верит ли он может выполнять больше действий? Отлично. А вот с этой штукой мы что-то можем теперь делать, нет? А, как там? Улучшение... духи. Да. У меня 185, да? После парирования нажмите атаку, что агрессивно ощущаешься. А как парировать? Ну, прочность повышается, это прикольно, кстати. Мне нужно 200 теперь. Подожди, как парировать? На F-ку? Па-па-па-па-па-па. Стрельба из лука. А, это потом будет лук, будет бомба. Сосредоточенность. Так, я понял. Ну так, ну нам дают побегать по лесу, грех не сделать этого. Вон, пленыша тут целого нашли. О, пацаны, похавать. Это ж похавать для пацанов. В чем дело? Ставки на место, все правильно. И по носику ее, ага. Экс, хорошо, что у нас еще? Вот эти штуки я пока понять не имею, как сбивать, видимо, как-то можно, но я сейчас этого не умею делать. Вот это тоже непонятно что. Наверное, что-то... О, хавайте. Наверное, что-то надо будет... А, как-то высадить ее, наверное, надо будет, да? Кушайте, пацаны, это мне... 810. Что мне с ними делать? Засаливать? Так, ну вот эту штуку разбить нужно ребятками моими. Но мне негде посадить. Семечко. Так, ну это начало, да? Почти. Ну да, да, да. Это начало уже. Сейчас давай по этой стороне еще пробежим, посмотрим, что тут есть. Ага, сюда нельзя. Вот. Откуда? Ай! Ай! Не пускает, я понял. Ну ладно. Это что? Ой, еще тлинаш. Пойдем, пойдем, ты теперь с нами. Ага. Нужно 35. Ого. Пойдем. Тут иди, тут вроде как все мы, да, прошли, посмотрели. Тут я был, там я был. Тут был, там был. Там бил, тут бил, везде бил. Вот что с тобой сделать? Нет, тут я не бил. Подожди. О, бас сильный, мне прям в ухо отдает. Это что, подойдет, это что-то было. Что тут было? Я пробегал, и что-то было. Непонятно. Ладно, пойдем, вон по дереву нам надо вроде как.
Блин, очень красивенькая игра, конечно. Вроде и не скажешь, что такой прям супер красивый графон, конечно, но я вам скажу, что выглядит очень приятно. YouTube, я знаю, немножко, правда, зашакалит все равно качество. Вы не увидите всех прекрас этой игры. Но я вам говорю честное слово, она очень красиво выглядит. Да, ребят, с тем, что YouTube пошакалит качество, ничего, к сожалению, пока сделать не могу. Это только со временем мне YouTube будет выставлять нормальное качество видео. Как бы... вот оно, что надо было делать. Блин, ну ладно, потом в лесу еще раз будем ходить, я их все соберу. Наскальная живопись пленышей. Что-то есть? Ничего нету. Идем далее. Так, вот это получается так. Нет? Не так получается. Вот опять тут что-то было. Что-то можно было нажать. Я так и не понял, что. Ну ладно. Документ перемещения тире сохранения. Здоровошки ты! Шо у вас тут? А у них кто? У них... Кошечки это или обезьянки, что это у них? По дому Русу так далеко. Вон там на самой вершине скалы можно различить охотничий что-то там. Охотничью вышку, наверное, они хотели сказать. И там вот так вот подниматься, да? Нифига себе. Нормально, нормальненько так. Далеко, далеко. Так, ну тут мы никак не пройдем, нам дают явно понять это. А вон там на острове какие-то что-то, ага. Я и вы думаете, я туда не схожу? Я туда не сплаваю? Я вас не переиграю? Так. Эй, эй, подожди, что так просто? Просто вон там надо приплыть. Нет. Я думал, по дереву надо подняться, но там, видимо, нельзя. Или здесь по дереву надо подняться. Что это было? Ну, давай как-нибудь. Во-во-во-во-во. Во-во-во-во-во. Ага, ага, пошел я нахер, все правильно. Что, мужики, да я понял, что не сюда, что вы так смотрите? Может, здесь дадут подняться? Нет. И что, это я, получается, просто так пришел поплавать? И туда нельзя никак подняться? Да ладно, да нет. Ну нет. Ну не. Давай, давай, как-нибудь, что-нибудь, что-нибудь. Нет, нет, просто не, игра не дает. Ну и все, мужики, поплыли, нас обманули. Почему нельзя? Ну посмотри, ну там же вон что-то есть. Сели посидеть они, а я бегаю вот это вот исследую. Что там, типа ничего нету? Типа прям ничего, я не верю. Вон, там можно подняться, и там что-то есть. У меня аж залагало все. Так, секунду, кстати, нужно кое-что проверить. Все хорошо, все нормально. Возвращаемся в игру. Ухо зачесалось, вот что вам скажу. Так, тут что? Тут ничего. Ну там явно ничего нету. А вот тут, а, я вижу подъем.
Ага. Вот ты и попался. Что ты, черненький жопастенький? Оба. Попался. Так, 17, хорошо. Ну что, мы сюда только за тобой пришли, да, получается? Ну ладно. Ся. Так, ну тут ничего, там ничего, здесь не подняться по-любому, да? У меня сейчас вниз скатит. Ну да. Там ничего тоже нет, там скалы говнялы. Как оно долго плывет, а? Как оно долго плывет? Да-да, я не сплю, все нормально. Так, ладно, все, погнали дальше. Чел, ты только вот решил с нами поплыть, ты, лисья голова. А, лис хитрый, понимаете? Так, one second. 46 минут уже. Не, ребятки, продолжим уже в следующей серии. А, вот здесь я нажму вот так вот сохраниться. Вот так вот. Оп-оп. И продолжим с вами в следующей серии, в этой вот такой красивенькой, замечательной игре. Давай вот так вот на фоне малых. Так вот, я на превьюшку возьму. Так, тихо. Так вот, я буду здесь сбоку, да. Спасибо за просмотр, ребятушки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, скажите, как вам в целом игра, нравится, нет, вообще такой жанр. Мне просто, ну вот прям, я не особо супер-пупер любитель такого жанра, но игра очень классная, очень прикольная. Так что увидимся в следующей серии, ребятушки. Всем спасибо за просмотр и всем пока!